Ребята, у нас вечер, и я пошла. Мне позвонили на сходить забрать заказ мой с Фаберлик. Я в городе не успела сегодня, и поэтому попросила привезти, и девушка привезла. Сейчас вот пойду заберу и вам покажу то, что я для себя заказала, так как надо понемножку себя в порядок приводить. Ладно, иду за заказом. Все, ребят, забрала заказ. Вот такой вот он у меня небольшой. Это не реклама, сразу говорю. Я платила свои деньги. Мне Фаберлик, к сожалению, не предлагает рекламу. Поэтому все за свои деньги купленное. У меня моющее закончилось, да так кое-что закончилось, и поэтому я взяла опять. Я редко заказываю Фаберлик, когда что-то заканчивается только и только для себя. Раньше заказывала для других, но заказы перестали люди делать, поэтому только для себя теперь. Вот так вот. Сейчас пойду распечатаю и покажу вам, что там у меня пришло. Все, ребят, пришла домой. Начинаем распечатывать Фаберлик. Сразу я уже говорила, что это не реклама. Я за свои деньги купила на сумму. У меня здесь вышло 1500 с чем-то. Сейчас, короче, все откроем, все посмотрим и все скажу. Так, тут много интересного, ребята, очень много. Супер. Первое, что я заказала, хочу вам показать, это универсальное моющее средство. Я им и полы мою, и мебель обтираю, все что угодно. Средство очень нравится, и потом долго не прилипает пыль к поверхности. И шкафы, и все что угодно отмываем. У нас это хорошее, да, средство, нам нравится очень. И запах у него приятный. Дальше, что я себе заказала, это вот такой вот, ребята, шампунь. Потому что, видите, у меня вот недавно голову мыло, что, сутки прошло. Видите, что? У меня, видать, у нас не подходит, видимо, шампунь, поэтому быстро волосы становятся жирными. Поэтому взяли вот такой вот шампунь, дома будем держать, чтобы дома голову мыть, да? А запах у него обалденный. Я еще хотела кондиционер взять такой, но вот не было его, разочарована. Потом куплю еще кондиционер. Дальше взяла вот такой вот витаминный мисс для тела. Киви, авокадо. Первый раз такой взяла на пробу. Ой, а что он? Не, он должен так открываться. А вот. Ой, слушайте, приятный аромат киви. Первый раз взяла, поэтому ничего про него сказать не могу. Попробую, потом скажу. Дальше. Вот мое любимое. Это вообще класс. У нас пользуется и Света, и я им. Это классный тоник, очищающий тоник для всех типов кожи. Обалденный аромат. У меня как раз он закончился. Это моя хочушка, которую очень хотела сильно. А другие тоники я им пользуюсь. Но, знаете, у меня на них, вот как у Кати было на канале. Так, Свет, убери ванну, камера считается. И получается так, что после умывания кожа красная. Это значит аллергия. А на этот у меня нет аллергии, это классный, потому что... Дальше взяла мицеллярную воду, у нас такая закончилась, сегодня бутылочку как раз я выкинула, поэтому вот новую мицеллярную воду взяла. Тоже очень хорошая, тоже очень мне нравится. Дальше, ребята, взяла зубная паста. Первый раз такую взяли, попробуем. Сказали, она черная, давайте откроем, тут закрыто, видите, все. Она закрытая. Слушайте, она и реально черная, смотрите. А какой аромат бомбезный. Вон, Мариночка. Все срап. Ну, потом увидите. Черную зубную пасту. Для детей ее ни в коем случае, наверное, нельзя. Я почитаю обязательно все. Очищает чай, кофе и другие кращие продукты. Попробуем, испытаем. Ванечка, нельзя. Дальше взяла свой любимый скраб. Как вы думаете, какой? Если кто мои ролики смотрит, видел. Вот такой вот скраб я обожаю. Мне его надолго хватает, шоколадный, после него кожа очень-очень нежная. Вот не реклама, ребят, серьезно говорю, потому что... Так, вот у меня мой чек. 1583 рубля я оплачивала. Сегодня оплатила у мужа с карты. Муж говорит, куда? Я говорю, я себе косметику заказала. Он говорит, ну блин, сейчас, говорит, и так денег нет, а ты косметику заказала. Я говорю, ну я раз имею право заказать косметику. Я говорю, я тебе в следующем месяце зарплату получу, отдам. Ладно, оплати. Оплатила. Так, ладно, вот это вот мне какой-то купон там прислали, не знаю, что за купон. Дальше, ребята, BB крем, CC крем, то есть взяла от Фаберлик. Он небольшой.
Мне хватит его, если никто пользоваться кроме меня не будет, то мне хватит его надолго. Но я очень сомневаюсь, что никто пользоваться не будет. Но крем мне этот очень нравится, от Faberlic. Дальше, дальше, дальше. Каталог, конечно же. На, Ванечка, смотри. Еще один какой-то каталог. А, каталог с нижним бельем, ребят. Обязательно посмотрим. Так, Марина, подожди. Дальше, что я заказала? У меня закончились все мои помады. Моей любимой, конечно, помады же не было. Сейчас попробую свет включить вот так вот. Моей любимой помады не было, поэтому я себе купила другие две помадки по акции. Там, если покупаешь на сумму 499 рублей, то можешь со скидкой взять себе то, что тебе надо. Ну, вот, выбрать товар. Я вот выбрала две помады. Мне они очень нужны, потому что у меня помады все закончились. Первый оттенок сейчас я вам покажу. Вот такой вот. Потом обязательно я покрашусь. Вот так вот, ребята, вот он получается. Как бы вам так показать? Очень красивый, очень нежный цвет. Нет, мне розовый как раз цвета не надо. Я не люблю розовые оттенки. Свет говорит, у нее такая же, только более розовая. А я не могу розовый, мне на шоколадный оттенок. Это две разные помады. Так, вторая вот такая вот. Что-то мне кажется, это одинаковая помада. Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, абсолютное увлажнение и абсолютный объем. Это вот увлажнение, это объем. Сейчас посмотрим. Чуть-чуть разница, ребята, видите? Одна чуть-чуть. Да-да-да. Одна потемнее, другая посветлее. Чуть-чуть разница, но мне вот этот вот цвет самый такой подходящий. И что я заказала для себя еще? Это моя любимая тушь от Faberlic. Так, вот такая вот коробочка, ребят. Тушь вообще классная. В своем чехольчике она. И вот такая вот. Обожаю ее. Она у меня, эта тушь была, наверное, лет 5. И потом у меня так получилось, что Ванюша у нас маленький, ему везде залезть и надо. И он, конечно же, залез в мою косметичку. И, да, и, конечно же, он у меня ее взял. Тушь вообще бомбическая, мне очень нравится. Но это, знаете, на любителя вкуса. Вот такая вот, ребята, щеточка. Оксана, отойди, пожалуйста, ты камеру шевелишь. Спасибо тебе большое. Кисточка хорошая, удобная. 399. Ну вот я говорю что-то. А сейчас мы по чеку посмотрим, что почем у меня было. Смотрите, очищающий тоник. Моя цена у него была 79 рублей. Я свои буду цены говорить. В каталоге она была 139 рублей. Так, крем ЦЦ. В каталоге 169, моя цена 135. Мицеллярная вода для снятия макияжа. 139, моя цена у нее 79 рублей, вот у мицеллярной воды, это вот это вот. Дорогие друзья, если кто хочет зарегистрироваться, пишите мне, я вас зарегистрирую. Может, хоть так свою компанию сделаю, да? Так, дальше, концентрированное универсальное чистящее средство, это вот это вот большое. 209 по каталогу, моя цена 167. Скраб для тела, мятный шоколад. Марина, Оксана, тихо. Моя цена 103, в каталоге 129. Зубная паста отбеливающая 119. Витамины мисс для тела, киви, это вот этот вот. Так, что он, 149 рублей. Абсолютно увлажнение, естественно, очарование 199. Помады по 199 рублей, ребята. Так, моделирующая тушь 399 рублей, 400 рублей, но она очень классная, Света, аккуратно, пожалуйста. Но она, ребята, суперская, мне она очень нравится. Купон на летнюю скидку 50%, каталог 9, 10, 11. А сейчас какой номер каталога? Девочки, дайте каталог посмотреть, какой номер. Может, даже я и получится смогу скидку 50%. Ваня, тихо, какой каталог? 10, все, отдай, отдай. Чтобы не орал, значит, это у меня скидка будет на него. Как я рада. Шампунь у меня 139 рублей. Так, тихо, тихо, тихо. Каталог 20 рублей. И каталог, вот, который с купальниками, с нижним бельем, по 35 рублей.
Стоимость доставки всего лишь 99 рублей. Вот такой вот, ребята, у меня был небольшой заказ. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ребята, если кто хочет зарегистрироваться, обязательно мне пишите. Если кто еще не зарегистрирован по Берлик, я вас зарегистрирую. Будете в моей команде? У меня команды еще нет, вообще еще ни одного человека я не регистрировала. Ну, потому что я сначала начала заниматься, мне предложили, я пыталась кого-то зарегистрировать, но никто не регистрируется. Потом вот чисто по знакомым начала заказывать по своей себестоимости косметику. Потом вот для себя. Только стала для себя любимой. Пора себя уже любить. Как мне некоторые подписчики пишут. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья. Если вам, ребята, понравился этот обзор с косметикой, пишите ваши комментарии, какой вообще марки косметику вы любите. И что вы вообще любите. И посоветуйте, что еще можно из косметики для лица взять. Извиняюсь, тут Ванечка, конечно, иди играй. Так что всем хочу сказать, всем спасибо за внимание и всем пока-пока.